продавливаем основание фундамента, то есть вырыли котлован, подровняли, устанавливаем вот опалубку под бетонную подготовку. Она будет у нас тут 10 сантиметров. Песок постелили, подравнивающий слой 10 сантиметров. Тут у нас на одном углу произошло заиливание из-за того, что вот когда целый месяц май шли дожди, и у нас этот угол замачивался чрезмерно, тем самым заиливалось. Сейчас прошли вибротрамбовкой, проверили устойчивость грунта. Вот где сухо, сопротивление хорошее, не тонет. Вот здесь пробили, и где заиливалось, тут у нас уже затрамбовалось примерно на 5-8 сантиметров. Вот у нас следы прошли трамбовки. Полная. Теперь по планам у нас сейчас здесь засыпать щебенку и затрамбовать щебенкой, так как просто грунт сам по себе не трамбуется, тут вибронога не проходит. Сейчас привезем щебенку, закинем и затрамбуем. Подстелим и затрамбуем. Далее у нас тут будет дренаж вокруг дома, так как видно, что вода периодически поступает, чтобы его от фундамента отводить в будущем. Канавку сделали, срезали, поступление воды идет с поля. И тем не менее, вот когда был дождь, вообще ручейком текла. Даже вот сейчас можно заметить, течет она. Июнь 14 поступает вода. Сделали приямок и откачивали мотопомпой. Обвалилось немного. Сейчас приедет экскаватор, подберем. В общем, основание здесь в других местах. Сопротивление хорошее. В принципе, постелили вот песок, выравнивающий слой. И уже можно заливать бетонную подготовку. Сейчас еще раз песок прольем и протрамбуем. Здесь у нас будет дом в стиле хай-тек.
общем, подготовили мы основание под бетонную подготовку. Здесь у нас, как показывал, заиливание было. Мы его утрамбовали, уплотнили. Ну, то есть сделали так, чтобы там сопротивление грунта было таким же, как и здесь. Вот здесь уже тут подравнивающий слой 5-10 сантиметров песка. Протрамбовали мы его, пролили водой. Сейчас ждем бетон. Приедет марка 100 и зальем бетонную подготовку. Вот тут у нас вода все равно, она никуда не уходит. Все собирается и собирается. Целый месяц уже, полтора месяца, то есть все собирается и собирается. Вот из-за того, что вода постоянно собиралась, у нас тот угол как раз и заилился, то есть ослабился угол. В общем, для трамбовки вот здесь у нас щебень использовался марки 800. Мы его послойно по 5 сантиметров стелили и трамбовали, чтобы гранулы щебня втрамбовывались в грунт. Такое хорошее основание получилось. Так, начали мы заливать под бетонку нашу.